Ветераны МЧС совместно с представителями военных комиссариатов Хакасии откликнулись на просьбу наших земляков именного подразделения «Ирбис». Бойцам собрали ценную посылку – несколько приборов ночного видения, радиостанции и дорогостоящий блок управления спутниковой связи. Ребята считают, что это очень необходимо им для ведения боевых действий. Также были системы боевого управления, ориентирования на местности, так скажем. Более быстро, более мобильно. Поэтому вот такие приборы будут переданы нашим парням. Это по их заказам все. Блок боевого управления представляет собой систему цифровой картографии. С ее помощью наши военнослужащие смогут фиксировать движение техники противника. Также из Хакасии подразделению МЧС, расположенному в Донецке, отправится инженерное оборудование. Оно необходимо для разбора завалов после обрушений и проведения спасательных работ. К нам обратились и подразделения спасателей в Донецке, которые при выполнении задач, когда они прибыли на выполнение задач по спасению пострадавших после взрывов, наш вероятный противник наш, открыл опять огонь и попали прямо в машину, где вот это оборудование находилось. Часть гумгруза отправится в зону проведения СВО уже сегодня и прибудет к бойцам через неделю. Совет ветеранов МЧС собирает гуманитарку четвертый раз. Ранее нашим землякам были переданы квадрокоптеры. Вадим Ермолин, Александр Сердюк, РТС.